Всем привет, вы попали на канал Hard Reset Info, и в этом видео я расскажу вам, как выйти из Fastboot Mode на телефоне Google Pixel 7 Pro. Итак, для того, чтобы выйти из Fastboot Mode, нам достаточно всего лишь посмотреть, какой у нас здесь стоит на данный момент режим, с помощью кнопок громкости выбрать. А тут есть разные режимы, нас интересует именно режим старт. И нажимаем на кнопочку питания, чтобы выбрать именно данный режим. Теперь ждем, пока наш телефон полностью включится. И на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем всего хорошего.